Всем привет! С вами Ярославна Громакина, канал «Наши дети». И сегодня мы с вами будем разбирать, как работает у нас программа Paint. Разберем небольшие азы, и я вам покажу, как можно нарисовать, написать очень красиво ваше имя, например, в этой программе. Заходите в пуск, все программы. Стандартная. И вот самое первое у меня здесь идет Paint. Открыли Paint. Что мы делаем? Мы выбираем фигуру. Вот, овал. Он же круг. Да? Вот. Мы напишем сегодня имя Саша. Да? Итак, выбираем, делаем круг. По умолчанию у нас цвет стоит черный. Если у вас какой-то другой, вот щелкаете цветовую палитру, выбираете цвет. Можете любой другой взять, да? Ну, мы возьмем черный. Потом выбираете линию. Линию мы рисуем так, чтобы она обязательно выходила за контур. Лучше она, если будет выходить вот так, чем если она у нас получится вот так. Угу. Рисуем одну линию. И нарисуем, давайте, еще одну, чтобы у нас было покрасивее. И по цветасти. Вот так. Теперь щелкаете вот на здесь на заливка цветом. И заливаете любыми цветами, которые вам нравятся. А я выберу такие поярче. Красный, зеленый, желтый и синий. Так. Теперь щелкайте выделить. Нам нужно не просто выделить, а вот на это развертывание, да, на треугольничек. Чтобы развернулась, а именно произвольная область. Теперь зажимаете левую кнопку мыши и будете выделять ваш круг. Вы можете выделить его лучше внутри, чем у вас чуть-чуть вылезет вот так вот контур снаружи. Поехали. Так вот. Выделяете до самого конца, где вы начинали, и отпускаете левую кнопку мышки. Все. Теперь зажимаете Shift на клавиатуре. Угу. Зажимаете левую кнопку мыши и начинаете рисовать. Посмотрите, какой у вас получается красивый, необычный рисунок, цвет. Вот мы пишем Саша, да? Саша. Угу. Теперь можно сделать заливку всего вашего фона заднего. Щелкайте на, опять на заливку, ну и, например, черный, да? Вот. Внутри также зальем. Вот так вот у вас получилось Саша. Можете добавить разных элементов, если вы что-то хотите сделать. Так. Угу. Вот. Так. Сделали, добавили какой-то элемент. Щелкаете на него, да. И... Выделить. Копировать и вставить. Пардон. Почему не вставил? Так, еще раз выделить. Копировать и вставить. Вот. Можете менять размеры. Можете делать заливочку, можете менять фигуры, те, которые вам больше нравятся. Чтобы сохранить, заходите в верхний левый угол, щелкайте на «Сохранить» или «Сохранить как». Сохранить как? Сохраняйте в нужную вам папку. Вот там, переименовываете. Вот, и можете всегда посмотреть, что у вас получилось. Пожалуйста. Это был с вами такой легкий сегодня урок. Если вам он понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!